И вновь доброго времени суток вещает канал No Comments Paradox, и это игра Микоро Русалка и Сай No Kawara. Собственно, продолжаем. На чем мы там остановились? Ах, да. На попытках восстановить душевное спокойствие мертвой девочки. Карточка 1, карточка 2, карточка 4. 5. 7. Айо! Карточка 9, я думаю, не сюда. Надо, чтобы картинка совпадала с натурой. Зай. Вот это. Айо. Скелет с маленькими ошметками мягких тканей. Вот это? Гамовер? Кто вырубил свет? А! Зам, ты чего? Лотти, что с тобой? Ой, Мэтт, это сзади... А? По-моему, там что-то стоит. А, я понял, вы сговорились, чтобы меня разыграть. И я не попадусь. What the fuck? Гениальная картина. Мэтт, ты живой? Блин, и Лотти в обморок свалился. Ну что за жизнь? Да что с... и что с вами делать? Извините, мы сходим с дистанции. Очень жаль, будем ждать вашего возвращения. Гамовер. Да прости, это самое... Эх. Ладно. Так, хорошо. Сюда нам не надо. Ой, смотри, тут собачки. Оп. Пища животных. Что это за звук? Как будто бомба. У кого-то бомбануло. У кого-то бомбануло. А собаки как бы на нас плевали, да? Труп девочки. И. Труп, вздувшийся от внутренних газов. Обосраться. На оплывшем трупе местами полопалась кожа. Ой, я знаю, какую карточку использовать. Опа. Проступание крови. Так. Вот это. Свежее тело. Не, ну обалдеть, блин. Мы тут ходим, квест решаем. Почерневший труп. Над сгнившим телом вьются мухи. Очень воняет тухлятиной. Ай! Карточка 5, думаю, не сюда. Гниение плоти. А сюда что? Усыхание. А чё всё бомбит-то? Сюда? Кости. А тут-то ничего нету. Только прах. Кажется, у кого-то Вторая мировая началась, да? Только шо. Ой-ой-ой. Кого-то бомбит с моей тупости. Скелет. Ну все, карточки кончились. Поздравляю, вы прошли третью комнату. Берите скорее ключи и ступайте в следующую. А!
А ключи где? Простите, пожалуйста. Прошу прощения, а где мне взять ваши ключи? Я тут, короче, хожу. Как самое такое существо топографически кретинического склада мышления. В инвентаре добавлен зеленый ключ. Можно мне двери, пожалуйста? Не, вы, пожалуйста, подождите бомбить. Зияющая тьма. Все? Зияющая тьма. Да? Где дверь? О, выход. Добро пожаловать, и здесь вам предстоит утешить скорбную душу. Эта комната — маленькое море, в котором сидит и молчит о спасении русалочка. Однако помните, не увлекайтесь жалостью, если вам дорога жизнь. А? И как ее спасти? Понятия не имею. Давай опять твой магнитофон включим. Окей! Спиритофон так спиритофон. Давай засявимся. Это у меня предчувствие нехорошее. Ох, япона, мать, смотри. Там какая-то хрень вьется. Кнопка. Сидит и молчит о спасении русалка. И где? И что, и когда? Кнопочки. О, а вот и Рэй! О, вас тоже сюда пустили? О, ребята, похоже, мы вас догнали. Надо же, какие вы у нас медлительные. Мы просто удовольствие растягиваем, а сами-то, небось, перепугались бегом за нами. Только пятки сверкали. Ха, да я даже не маленькая, как ты. Чтобы из-за чего попало верещать. А сейчас ты чего верещишь? Так что видишь, это не от возраста зависит. Ребят, ну вы чего? Только встретились же. Пойдемте дальше вместе. Согласен. Не сердитесь, госпожа. Считайте, что у нас появилась пара запасных жизней. Что? Нет, ничего. Привет, Рэй. Это русалка? Ног-то не видно, но... Ноги в ахуе. Это моя старшая сестра. Эта девочка явно тебя младше, ты чего? Давайте скорее разбираться с механизмом и дальше. Стопэ. Сейф. Ну, привет, Рэй. Кнопочки какие-то. Господи, что это? Щупальца? Какая гадость. В общем, тут не пройти. И куда спиритофон ткать? То есть. Мистер Рыбка, чего вы на меня так серьезно смотрите? Под переключателем замочная скважина. Красный ключ. Под переключателем замочная скважина. Желтый ключ. Так. Так, зеленый ключ. Рэй, как ты там? Не отвечает. Если смотреть по аналогии, то нам нужен синий ключ.
И где я его тебе достану? Скажи, пожалуйста. Где я тебе достану этот сраный синий ключ? А? Рэй, поделись ключиком. Конечно, да. Синей кровью 8 ног получится. Получился. Этот осьминог. Осьминога нужно пырнуть ножиком, да? Ах, это, видимо, покемону Мондо. Надо разгадать загадку. Покемону что? Не слышал сказку о Канибудзу? Там демонический краб убивает всех, кто не может по загадке догадаться о сущности. Ну, значит, у нашего демона синяя кровь и 8 конечностей. Судя по дизайну помещения, это явно что-то морское. Там есть это. Если ключ внутри, то остается только изгнать чудовище. Синей кровью 8 ног. Получился осьминог. Осьминог. Тут-то я буду долго печатать. Ты, осьминог, все, уходи и пропусти нас. Как вы догадались, мне придется исчезнуть. Так, ты. Рэй, как ты? Слышно одни помехи. Сюша. Рэй. Чё там? Ноги, ты в порядке? Да что с ним? У него же нервы железные. Ноги! Надо ему скорее на свежий воздух. Извините, но мы покидаем дом. Подскажите, где выход? Председатель, держись! Так и надо было. Сюша, не смотри на меня. Ох, япона-мать. Доброе утро. Вокруг куча призраков. Ноги, ты очнулся? Тебя вырубило в комнате с русалкой. Это не русалка, это наша сестра. Соблаговоли объясниться, где ты взял Рэй. Как вы себя чувствуете? Наш аттракцион целиком погружает вас в свою атмосферу, поэтому обмороки у нас не редкость. Кажется, вас потрясла комната с русалкой, и вас что-то с ней особенно задело. Какого хрена? Что там делала моя сестра? Какого ляда ее выставили на витрину? Так, почтенно, не кипятитесь. Ноги, это правда была твоя сестра? Говори! Как вам угодно. Вам во время посещения ничего не бросилось в глаза? Но скажем, что все наши призраки — дети. И было у них у всех мало общего, за исключением того, что все они умерли раньше своих родителей. Раньше родителей? И сила Бога в этом доме не работает. Как ты сказал? В этом доме показывают души детишек, которые, преисполненные сожалений, могут только молить о пощаде. Ты демон? Ну что вы, я простой Гоку Соцу. Буду ждать вас, почтенные. Нет уж, спасибо. Дэн, помоги ноги, мы уходим. Я балдею. Что было бы, если мы прошли дом до конца? Тоже мне дом с привидениями. Бред какой-то, бесит. Да уймись ты, Мидзути. Истеришь ты, а стыдно мне. Умолкни, коротышка. Кстати, точно, это же ты его нашел. Вот теперь отвечай. Ничего себе заявленицы. Да это что? Да это ж у нас в парке. Мы бы все равно скоро узнали. Да вы посритесь еще. Заткнулись оба.
Ноги выйдем на минутку. Юй, разберись, пожалуйста. Хорошо. Ой, сюй, все взбесили. Интересно, что за кусоцу? Прошу прощения, моя госпожа потрясена до глубины души. Она никогда не видела, чтобы господин Ноги так злился. И правда. Думаю, он сам немного в шоке. Русалка — его сестра. Хотя кричать и пинать стул, мне кажется, было чересчур. Нет, я все понимаю, я же взрослая, их ныкать не собираюсь. Я тоже просто удивился. И только и всего. Он же просто как большой ребенок всегда. Но надо, правда, разузнать, что за Гокусоцу. Вот, значит, до его возвращения этим и займемся. Ага. А, можно засявиться. Хм. Прости, я в других религиях не силен. Да я сам ничего толком не знаю. Но если что-то в голову придет, говори. Хорошо. Значит, на самом деле как-то знакомо. Гокусоцу, японское слово, что-то вроде тюремщика. Весь вопрос в том, где он работает. И во всех комнатах были дети, которые умерли вперед родителей. Не может быть. Возможно, нам стоит запросить японские источники? Пожалуй, надо понять, что делать. А, тут повтор, да? Ку-ку. Эй! Свет рубанули! А, пробки выбило, что ли? Не, комп-то работает, только лампочки перегорели, наверное. Там это, там дядя был. О, зажглись. Странно, у нас подключение к незнакомому хосту. Софт какой-то качает. Что? Ничего не понял. Я говорю, подключение какое-то внешнее. Пошло скачивание какой-то непонятной программы. Чё, хакеры, да? Хотя, так и на сеть вроде нет. Очень странный баг. Все будет в порядке? Ну, надо посмотреть поближе на программу, тогда понять не будет, по крайней мере, мне. Господин Мэтью, она же пустая. Чего? И правда, 0 байт. В ней вообще ничего нет. Это как? Любая программа должна хоть сколько-нибудь весить, а информация должна отображаться. Если данных нет, то она ничего не делает. Это бессмысленная программа, зачем ее скачивать? Может, данные какие-то зашифрованы? Вирус какой-нибудь? Ну, вроде нет. Попробую открыть. Не переживайте, у нас все данные задублированы. Обалдеть. Ну? Что там, призрак Самара Морган? А и... Это игра? Что это за значки? Может быть, и это как я, а собачка... Не знаю. В общем, давайте попробуем что-нибудь сделать. Тынь-тынь-тынь. Давайте дотолкаем ее куда-нибудь. Хотя, в принципе, пора заканчивать серию, я полагаю. Сейчас. Мне бы засейвиться бы. Куча других собачек. Еще куча собачек. Много собачек. Целая пирамидка из собачек будет. Да? И чё теперь? Погоди, заканчивать серию. Мне теперь самое интересное. What the fuck происходит? Мы пирамидку из собачек построили? Чё, опять сначала? Да блин, почти же закончили, что теперь заново? Где мы ошиблись? Так. Так, я еще раз дотолкала собачки куда надо. Ага. И даже очки не набираются. Не игра, а пытка какая-то. Где-то я что-то такое видела или слышала.
Что, по еще одному кругу надо? Так, еще раз ржет. И... Ой, ладно, продолжим в следующей серии. Это был канал No Comments Paradox, игра Мико Русалка и Сайну Кавара. И если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, если не подписаны, и заглядывайте в паблик, если будет желание. Ссылка в описании. А так, хорошего времяпровождения, услышимся в следующем видео. Пока!